Железная дорога – зона повышенной опасности, которая подстерегает буквально на каждом шагу. Мощные поезда, высокие скорости, большой поток людей. Находясь в такой обстановке, необходимо знать правила поведения и быть постоянно начеку. Особенно это актуально для молодежи, чей жизненный опыт пока не позволяет трезво оценить ситуацию. В связи с этим сотрудники РЖД России разработали специальную программу по работе с подрастающим поколением. Часовая лекция включает в себя экскурс в историю создания железной дороги, правила поведения в поездах и на станциях, примеры несчастных случаев. Мальчик стоял близко к краю платформы, и, в общем-то, электричка, приближающаяся, вот, честно, не помню подробности, то ли воздушным потоком, то ли зеркалом его зацепило. Он упал на рельс, ударился виском. И, к сожалению, его не стало. То есть мальчик, который уже мог бы быть старше, чем вы, вот так глупо оборвал свою жизнь. Подобные лекции в Развилковской школе проходят регулярно. В течение всего года учащимся рассказывают о необходимых мерах безопасности во время пользования железной дорогой. Информацию учителя стараются донести до школьников и на стандартных классных занятиях. Ну а такие масштабные мероприятия обычно проводятся раз в год. Сегодня в актовом зале собралась вся старшая школа. 8, 9, 10 и 11 классы. Всего порядка 200 человек. В любом случае деятельность, она является результативной, потому что проводится анонсирование опасных моментов. Я думаю, что мы в последующем будем обязательно приглашать этих коллег, чтобы они нам более детально рассказывали все сложности на железнодорожном транспорте. Коснулись и актуальной темы селфи, джампинга и зацепинга. Экстремальные увлечения молодежи на железной дороге продолжают пополнять печальную статистику подросткового травматизма. Желая произвести впечатление на сверстников, они рискуют собственными жизнями. И в этом разделе были приведены печальные примеры окончания таких развлечений. Пару раз в жизни видел это, но я ничего хорошего об этом не могу сказать, потому что люди рискуют своей жизнью, они это делают направленно, и я считаю это очень глупо. Лекция произвела на ребят впечатление. Они с удовольствием поддерживали разговор, высказывали свое мнение, делились примерами неоправданных поступков сверстников, демонстрировали свои познания в правилах поведения на ЖД. Это действительно важно, потому что своя жизнь, она бесценна, постоянно какие-то угрозы нам внешние грозят. Вот. И, в принципе, нужно держаться. Сотрудник РЖД России также напомнила ребятам об административной и уголовной ответственности при нанесении вреда имуществу на железной дороге. О том, что в поездах стоит вести себя аккуратно и ради развлечения не класть на рельсы посторонние предметы. Что такая, на первый взгляд, подростка невинная шалость в виде жестяной банки может привести к сходу состава с путей и несчастному случаю с пассажирами. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.